Вот я и дошел до первого озера, что удивительно, я даже не свидел, очень странно. Уровень у меня 34, вообще я достаточно медленно шел по уровням, то есть убивал много мобов. Обычно у меня уровень меньше, да, к этому моменту, то есть 34 у меня обычно, ну, 29, 28 вот в прошлой лиге был. Пока я доходил вот до третьего озера. Я вчера вот только буквально дошел, то есть там, один раз озеро пробежал. Короче, вот эти штуки, камень лиги, да, вот у меня, они пиздец жесткие, то есть они прикольные, но вот, например, буйство, да, то есть рампаги там всякие набиваются, это прикольно, но очень жестко. Вот я вчера проходил с тремя камнями сущности, то есть вообще очень, ну, отлично для меня, очень тяжело, да. Играю вихрем. Я купил уник, я не помню, он алхимку стоит. Вот зубастый молот, он мне сразу там в 2 раза урон увеличил. Даже больше. Это вот зубастый молот. Один у меня камень активировался, Лиги Буйства. Пойдем. Ну, озеро тут, конечно, просто будет. То есть тут вопросов-то нет. Тяжело без уников, да, я вот купил себе вот этот зубастый молот, реально, потому что без уников нет урона. У меня почти все белое тут. Ну, перчатки, ноги. Хотя нет, не все. Колечко синее даже. Вот 1163 урона с вихря. С вестником пепла 1293. Ну и плюс с вождем предков. 1377. Лайфлич у меня вкачан. Это дикарь, да, вот у меня. Ой. Лайфлич вкачан. То есть вот. Плюс мобы взрываются при смерти. Так. Серия убийства у меня тут, да. Квест я выполнил. Вола убил. Видите, это взрыв от оружия. У меня пассивка. Убитые враги взрываются. Комбо, комбо. Я без критов буду бегать, я потом вкачаю, чтобы рипнулся кто-то. Сейчас, наверное, в чатике там идет рип, рип. Да, челики рипаются, бывает. Начало лиги. Хули. Ну ладно. Жестко я вот, видите, как красиво, да, по-моему, самый красивый, эффективный, крутой скилл вообще в этой игре просто. Вот вихрь. Видел видос на ютубе, там челик сделал 1000. Видите, у меня благодаря мана лечу не проседает мана. Только когда я впустую кручусь, никому не дамажу. Ну, почти такого никогда не бывает его. 115. Все, сейчас минус будет. Минус. Ну ладно, новую сейчас замутим. Вот. Такая херня. Лайфлича еще не хватает. Я лайфлича побольше сделаю. Ну пока я буду хп качать. Но потом я... То есть лайфлича еще подкачаю. Плюс потом будет... Азири, вот этот соглашение Вал, Вал Пакт вкачаю. И еще вот, я не знаю. Но это все, если я не рипнусь. Я, скорее всего, рипнусь. Посмотрим. Да, я себе установил макросы. У меня, кстати, я макросы забыл включить на логаут. Ладно. Включил, установил себе лут-фильтр, это вот для этой лиги, то есть обновленный специальный для левой. Да, эффективно, красиво. Я и Каомов убивал с ним, правда, вот до третьего озера я не доходил еще, к сожалению, с этим скиллом.
Ачивки всякие. Но вот этого я челика не убивал еще. Я всегда вот путаюсь, где настоящий. Готов. Мана не проседает вообще, вот когда я в толпе именно, да, тоже для зачисток, вот в прошлой лиге в разломах очень хорошо тоже разломы чистились, прям отлично. Тотем можно поставить тоже, колба у меня на уворот, четвертая. Можно прям не прекращая вот так крутиться. Пока дамажу по мане не просяду. Красиво все взрывается, разлетается. Гоу, соточку. Соточка. Отлично. 110. 115, ладно. А ну-ка. О, хорошо, у меня и тотем нормально дамажит. Сам по себе. Я не знаю даже, какие вот лучше всего. Случайная буря. Наверное, лучше всего на разломы вот эти вот. Разломы и сущность. То есть самые такие полезные. Желтое я все буду подбирать на продажу, ну почти все. Ой, сейчас я что-то просел. По хп. Уник у меня только один, вот этот молот. Только двухлинковый у меня вихрь, я бы еще скорость атаки туда поставил. Ну так там много чего еще можно поставить. Кажется, я воло пропустил. Да. Хотя нет, вол где-то тут. Вот он. Ну, я его уже убивал для квеста. Ох, сейчас у меня залагало, блядь. Хреново. Заметьте, он мне даже не дамажит. Лол. В принципе, что тут еще надо? Cast when damage taken. Отлично. По сути, сейчас чуть ли не каждое озеро будет новый левел. Ну, ни хрена, конечно, уже. Надо было раньше тогда на озеро приходить. Сейчас-то уже не будет. Терпеть не могу четвертый акт. Мне кажется, самый сложный, да, то есть такой... Не люблю вообще проходить четвертый акт. Так, надо хп вкачать. Вот, броня и хп. Броня надежнее, чем ворот, потому что ворот он пройдет, не пройдет. А броня она как бы всегда защищает. Тому, наверное, броня как-то понадежнее на самом деле смотрится. Custom damage taken, 6 слотов, надо будет еще, ну, 6 линк. Точнее, в принципе, нормально будет. А что у меня за камень вкачивается? Наскок. Так. А, все. Я, кстати, каменного голема забыл призвать. Вот у меня еще каменный голем для регена. Жаль, урон не указывается, вот который он тут наносит. Он вроде как тоже тычковать может, но не слабо.